Семена астра низкорослой варенька стоит приобрести, чтобы добавить нежности и мягкости в обычную гамму сада. Компактные кустики сорта отличаются множеством боковых побегов, высотой до 30 см и окраской из хаотичного совмещения белых и розовых махровых круглых цветков. Декоративный однолетник можно высадить в качестве основного наполнения покрывной клумбы, использовать для зонирования территории, украшения дорожек, в качестве канта в одноцветных микс-бордерах, также можно наполнить им висячие клумбы, вазы. Период цветения – июль-октябрь. Требует плодородия почвы и солнечного размещения. Астра низкорослая варенька – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Астра прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает астра низкорослая варенька в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в бело-розовый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.